городе Таганроге каменная лестница является одной из главных достопримечательностей города Таганрога. Она была построена в 1823 году на средства таганрогского мецената греческого происхождения Герасима Федоровича Депальда. В настоящее время каменная лестница является объектом культурного наследия, что возлагает на владельца особые условия ее содержания. Вместе с тем, мы и гости нашего города видим, что данная лестница стала объектом живописи дикарей. Кроме этого, ее ненадлежащее содержание привело к тому, что имеются разрушенные гранитные плиты, грязные лавочки, что является нарушением правил благоустройства. В результате ответственное должностное лицо, допустившее эти нарушения, будет привлечено к административной ответственности. Объекты культурного наследия должны способствовать развитию культуры, а не культивировать иное.